Начало учебного года, готова 121 школа полуострова. В этом году за парты сядут около 3500 первоклассников. Общее количество школьников региона порядка 37 тысяч человек. В 2021 году был проведен капитальный текущий ремонт 11 школьных пищеблоков, а также обновлено технологическое оборудование, закуплена мебель 34 пищеблоков, и это было сделано за счет средств краевого бюджета. На эти цели было выделено больше 86 миллионов рублей. Напомню, что все обучающиеся начальных классов, а это свыше 15 тысяч человек, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Завершается работа по подготовке к открытию точек роста в школах Камчатского края. В рамках национального проекта образования уже в сентябре мы начнем марафон открытия таких центров на базе 10 сельских школ. В 2021 году новые точки роста носят естественно-научную и технологическую направленность, и в школы приобретено оборудование для практического изучения таких учебных предметов, как физика, химия, биология. Учителя же будущих центров прошли обучение на курсах, изучили опыт работы уже действующих точек роста в нашем регионе. В этом году профинансированы ремонтные работы спортивной инфраструктуры в 5 учреждениях Елизово, Вилючинска и поселка Паланы. Продолжилась реализация на территории Камчатского края проекта «Цифровая образовательная среда». Еще 47 образовательных организаций в текущем году будут обеспечены соответствующей материально-технической базой. И всего с учетом предыдущего года их станет 136. В этом году на эти цели направлено около 43 миллионов рублей. Кроме того, система дополнительного образования детей получит новую площадку, направленную на развитие знаний и навыков в области программирования – Центр образования детей IT-Куб.